католиков. При этом всего было открыто, действовало два храма – Святого Людовика и святых апостолов Петра и Павла. Поэтому, когда проектировали данный собор, изначально предполагалось, что он должен вмещать в себя порядка 5000 прихожан. Деньги на его строительство собирали всем миром. 300 тысяч рублей золотом дали как пожертвование поляки, католики, проживающие в Москве, и верующие со всех городов России. Собор закончили строить в 1911 году, и в конце декабря он был освящен во имя непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Изначально он был филиальным при приходе святых апостолов Петра и Павла, а потом, через несколько лет, он обрел статус самостоятельного. Надо сказать, что декабрь месяц вообще является очень важным и судьбоносным в истории храма, потому что храм пережил, как и многие другие религиозные здания, советские времена, когда религия была под запретом, и, соответственно, здесь не велись службы, и он не принадлежал верующим. И спустя 79 лет после его закрытия в 1938 году здесь впервые прошла служба. Именно в декабре, 8 декабря 1990 года, Тадеус Пипус провел первую службу именно здесь, на этих ступенях. В 1995 году, после обращения архиепископа Тадеуса Кондрусевича к президенту России Борису Ельцину, храм вернули верующим. И с этого момента начинается история его восстановления. После возвращения храма верующим, спустя год храм был освящен кардиналом Анджело Садано. Сегодня, после реконструкции, мы видим более обновленный вариант здания. Оконные проемы украшены витражами, а стены украшены 14 барельефами по числу стояний крестного пути. Изнувшись, на боковых фасадных спинах можно увидеть гербы Папы Римского Иоанна Павла II и архиепископа Тадеуша Кондрусевича, благодаря которым, собственно говоря, и была восстановлена деятельность Римско-католической церкви в России в 90-е годы.